А вот Парк Победы на Соколовой горе готовится к 70-летию Великой Победы. Здесь идут работы по благоустройству территории и реставрация уличных экспонатов. Восстановят ступени, отремонтируют и покрасят бордюры вдоль аллей. Обновят облицовку плит с фамилиями кавалеров, ордена славы и героев Советского Союза и России. Новую жизнь получит музей – санитарный вагон, который стоит на входе в парк. Рабочие уже подняли осевшие за много лет рельсы, восстановили насыпь. Глобальная реконструкция ведется и внутри вагона. Рабочие уверены, что к 9 мая музей сможет принять первых посетителей. Заменили наружную обшивку, меняем, и внутреннюю, соответственно. Будем делать отопление, кондиционирование, чтобы люди ходили, смотрели. Крыша течет, вот крышу тоже менять будут. До конца апреля вы должны закончить. Успеете? Выбора нет. Победа на носу.